Городская мэрия в очередной раз проигнорировала предложение Департамента культуры признать ряд объектов культурного наследия памятниками местного значения. По мнению городских чиновников, включить часть выявленных памятников в муниципальный реестр не представляется возможным. Переписка на эту тему между ведомствами продолжается не первый год. Город Кинешма, город Шуя, даже Симаковское сельское поселение Верхнеландиховского района имеют на своих территориях такие объекты. И, по сути, тем самым они обеспечивают эффективную сохранность объектов культурного наследия, поскольку они на местах реально могут владеть всей необходимой информацией и принимать адекватные меры. В Департаменте культуры надеются, что ситуация изменится. Большие надежды чиновники возлагают на поручение губернатора, согласно которому к 1 января 2014 года главы городских и сельских поселений, а также городских округов должны включить в реестр 30% выявленных памятников культурного наследия. Это должны быть уже документы, сформированные в соответствии с требованиями закона. То есть за текущий период они должны создать коллегиальные органы с привлечением краеведов, историков, архитекторов, изучить эти вопросы, сформировать этот перечень, предусмотреть необходимое финансирование на проведение государственной историко-культурной экспертизы и обеспечить ее проведение. Ивановский главпочтамт – один из первых претендентов в реестр муниципальных памятников города Иваново. Сотрудники учреждения готовятся к реконструкции. Уже разработана проектно-сметная документация на проведение работ. Документы согласованы с Департаментом культуры и прошли специальную экспертизу. Во время реконструкции предполагается полностью сохранить первозданный вид отделения связи. Однако есть планы сделать его более функциональным. Более комфортные условия для клиентов будут. В том числе и пандус, как вот многие говорят, и жалобы, которые происходят, что долго ремонт не проходил, двери не нравятся, и все. Все это будет учтено, и главное, что будет сохранено именно первоначальный вид. Вид вот именно такой, какой он был. Официальный статус памятника муниципального значения предоставляет объекту культурного наследия больше шансов на выживание, гарантирует его сохранность. Вопрос о включении муниципальных объектов в реестр будет стоять на особом контроле. Если эта процедура начнет буксовать, решением этого вопроса глава региона займется лично. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.